Всем привет, ребят! И сегодня хочется сказать немножечко о моей новой покупке. Но начнем со старой. Значит, ребят, смотрите, у меня есть бинокль, с которым мы сегодня будем... Да, он очень боевой. И мы сегодня с ним будем как раз сравнивать ту трубу, или как это называется, монокль. Значит, здесь у нас написано БПП, вернее, 8 на 30. То есть диаметр вот этой линзы 30 миллиметров, скорее всего, как я уже понимаю, да? А увеличение 8. Итак, давайте сразу переходим и будем раскрывать. Итак, ребят, давайте раскрываем ее полностью и смотрим. Там у нас самый обычный. У нас здесь есть ножницы небольшие такие. Мои обычные ножницы, которыми я и вскрываю посылки. Значит, у нас здесь вот такой бушнель. Получается бушный, да, обычный, как бы, ну, вы знаете, что это такое. В всяком случае, если вы интересуетесь данными товарами, то, скорее всего, вы знаете, что это такое, какие ходят о них мнения, какие отзывы. Давайте посмотрим. Значит, вот так вот это выглядит. Я пока не знаю, но должны видеть. Ставьте на паузу и читайте. Вот так вот это примерно выглядит. Это китайский производитель. Он говорит, что здесь 16, увеличение 16, да? И линза, по-моему, 25, что ли. Здесь где-то должно быть написано 16 на 52, то есть линза 52 миллиметра. Итак, ребят, здесь у нас есть бумажка, которая нам, собственно говоря, не нужна. Коробочка, которая тоже не нужна. Здесь есть у нас чехольчик. Очень говорят, что воняет эта штука вся. Но посмотрим. И вот он упакованный в такой пакетик. И с обратной стороны мы видим уже тряпочку для того, чтобы протирать. Итак. О, жутко пахнет этот вот чехол. Ну, я так думаю, за недельку он выветрится. Дальше открываем вот этот монокль. Вернее, это не монокль, а это монокуляр. И смотрим, что у нас здесь. Опять же, вот повторюсь, бумажечка, ну, тряпочка, которая нам пока не нужна. И вот здесь вот почему-то то ли приклеился. Да, приклеился. Вот так вот он смотрится, этот монокль. По виду я не скажу, что к нему кто-то там особо притрагивался. Вот такая вот линза у него впереди. Вот такая вот у него линза сзади. Так, как бы нам это сделать? Вот так, наверное, мы сделаем. Посветим. Должно быть видно, да? Вот так вот. Ну и с этой стороны то же самое сделаем. Вот так вот. Должно быть что-то там видно. Ну, я пока не очень как бы попадаю, насколько я вижу. Во. Вот так. Вот так это выглядит у нас. Ну, а теперь давайте попробуем все-таки сравнить. Так, на запах. Тоже довольно хорошо воняет. В общем, давайте переходим уже в другое место на балкон и будем смотреть на дальность. В общем, ребята, давайте сделаем так. Вот здесь вы увидите видео. Ссылочку на видео уже сравнение двух этих моментов. Трубы и... Значит, монокуляра. В скором времени здесь вы также на этом канале увидите и 10-кратный бинокль небольшой, но тоже китайский, но вроде бы такой нормальный, более или менее адекватный, как говорят. И опять же, судя по отзывам, я думаю, что я его себе куплю. Монокль я купил за 460... Монокуляр. Я, в общем, купил себе за 463 рубля, а бинокль, я так полагаю, мне обойдется в районе 1000 рублей. Но бинокль это уже всему свое время. Увидимся. Заходите сюда по ссылочке и смотрите обзорчик. Сравнение этих двух. Как это называется штука? Ну, в общем, приборов. Пока.